дорогие друзья, мы показывали вам весной всходы пионов, наши посеянные семена. И вот уже у нас сегодня 12 августа, и вот такие уже, посмотрим, вот такие вот уже сеянцы. Вот они мне густенько тут зашли, и мы их будем пересаживать буквально через месяц. Через месяц они поедут на новое место. Мы потом выкопаем вам и покажем, какие будут у них корешки. Ну вот они, смотрите, как вот густенько мы их умудрились сохранить. Хотя некоторые, ну, они же зарастали и травой, и аккуратно, аккуратно надо было прорывать все это. Очень затрачено много труда. Девочки просто и я тут от них не отходили, как от детишек. И наконец-то нам удалось сохранить, мы довольны. И я, в общем-то, просто счастлива, что удалось такое количество сохранить. Ни собаки, ни бурьян, ни походные условия, слава богу, нам не помешали. Но как вот они взошли, особенно вот этот сорт, это у нас Киевская Русь. А, нет, Киевская Русь, вот. Киевская Русь. Нет, Киевская Русь, вот, вот она. Это Кинсуя. Это Кинсуя, это Киевская Русь. А вот там вот лимон чифон, интересно. Но лимон чифон, он, как обычно, теряет быстро листву, быстрее вегетирует. Почему раньше он самый первый взошел. Смотри, сколько у нас. Да. Вот у нас его сколько, видишь? Вот. Ну, здесь была у меня проблема, видите, вот пустое место. Mm-hmm. Вот здесь вот начали пропадать. И я потом поливала метронидазолом, поливала синим камнем, поливала марганцовкой. Ну, помог метронидазол. Вот я метронидазолом когда полила, и все остановилось. Вот. Ну, зато, вот, конечно, мне жалко, что вот такой кусочек вот у нас тут пропал, но зато все остальное живое. Это они листочки уже, просто они уже отвегетировали, листочки уже. Отлично, ну что, подождем, когда зацветут, посмотрим. Да, осталось месяц, и мы их выкопаем, покажем, а потом рассадим, покажем уже. А лет через пять покажем уже цветущие. Уже цветущие, нет, на третий год уже может при хорошем уходе дать первый цветок у нас. Добрый день, дорогие друзья, дорогие цветоводы. Сегодня у нас конец сентября. У нас пошел дождик, похолодало, и пора пересаживать пионы. Пионы сегодня мы пересаживаем не обычные, а наши сеянцы. Вот мы сейчас подкопали и начинаем. Мы с Юрой Борисовичем уже показывали. Вот уже осень, и пора их выкапывать. Мы показывали, как они были весной. Как были весной. Сейчас мы копаем сорт, очень ценный для нас. Это ванила Шнапс 2103. Очень ранний гибрид, последних лет гибридизации. Посажено 53 семечка было. Вот. Ну и посмотрим теперь, что мы имеем. Зашло, конечно, у нас не столько много. Вот один первый. Видишь, уже я выкопала, оторвала ему листочек, да. И сейчас еще мы добудем, это наше. Друзья, гляньте, какой он крошечный, видите? Это детеныш, ему один год, да? Да, один год. В прошлом году в это время я его посадила. Это из семечки он вырос. Из семечки, вот второй я уже добыла. Друзья, вот и семечки. Так, это еще да. Хорошие, потому что они не сильно густо у меня тут растут. Видишь, даже вот две почечки по краям есть, видишь? Угу. И вот это центральное, и здесь. Это вот довольно крупные у нас, я считаю. Сейчас еще, да, этот добудем. И те почки, которые, те семена, которые не взошли в прошлом году, сейчас я копаю, и начинают некоторые семена прорастать. Так, вот тут червь у нас. И вот еще один. Видишь, уже поздновато я копаю, потому что пошли вот эти вот боковые корешки. А, боковые, да-да, вижу. Надо не доводить. Но у нас пошел дождь, тут не так, обычно в сентябре нет дождя. И они пошли в рост. Но зато стало хорошо копать. Земля стала мягкая. И это вот что касается у нас ванилы Шнапс. Еще один. Ну все, они, в принципе, как цыплята. Все одинаковые. Ну это ванила Шнапс, как бы мама, да, а папа, там же папа кто-то должен. Ну а папу же, видишь, я не учитываю, потому что я не успеваю с этим делом. Uh-huh. И, короче, это будет дело будущего, когда у меня появится помощник. И будет помощник.
когда я разбогатею. Ну, папа наверняка не подлец. Не подлец. Вот, видишь, я специально показываю, 2004, это очень плодовитый у меня сорт, хорошо взошел, красивый, ужасно красивый. И вот его детеныши, все как эти огурчики в банке, видишь. Они как семечки, как так семечки, хочется, да, их взять и похрумкать. Ну, росли очень густо, из-за этого получались даже вот такие небольшие. Но я думаю, все, мы выходим. Все у нас впереди. Все. Значит, это у нас, давайте еще раз вернемся, нашим зрителям расскажем. Этот плод пионы, который ты собирала семена в прошлом году, да? В прошлом году, да, пыляла. Я пыляла, брала несколько с пионов, у которых есть пыльца, много сортов, собирала и для верности опыляла. И получилось очень-очень много семян. Вот эта площадка, у меня на целая сотка тут засажена семенами. Тысячи их. Мы теперь в шоке. Надо где-то взять площадь, чтобы все это посадить. Ну, зато у нас есть возможность, мы можем вывести что-то новое, что-то интересное, правильно? Да, конечно, конечно, стопроцентно здесь будет очень много хорошего товара. Но мы это узнаем не на следующий год, а аж на следующий у нас кое-что зацветет, я надеюсь, при правильном уходе. А уже на пятый год будет уже, мы отберем на сорта. Уже будут у нас претенденты на сорта. То есть, получается, да, через 4 года, да? Да, через 4 на 5. Это в каком? 2000? Это 21-й, а не только 22-й. 20 будет 20-й у нас? Да. Сейчас у нас 19-й. 20-й, 21-й. В 21-м покажет цвет. 22-й, 23-й. В 23-м году где-то мы отберем на сорта. И это будет бешеную площадь занимать все это время эти пионы. Почему такие дорогие, ну, во всем мире? Потому что, чтобы дошли до сорта, очень большую площадь занимаешь, огромное количество высаживать приходится сеянцев, и потом из них отбирать, и очень много работы, и потом отберешь из 1000 штук один, и вот это вот... некоторые спрашивают, почему они такие дорогие? Да они еще и дешевые, потому что представляешь, сколько работы, столько времени. Знаешь, как говорят, есть короткие площади, деньги, да, есть длинные это деньги. Это длинные, да. То есть это длинные деньги, которые, ну, заложены на даже десятилетиями. Вот известные селекционеры, они бывают некоторые, да, которые за всю жизнь вывели там один сорт известный. Да, они прям герои, потому что столько площади занимать, столько работы, вот это роется в этой земле. Ну а что делать? Мы такие вот любители. Ну, у каждого своя судьба, да? Каждый выбрал свою дорогу. Кто-то выращивает пионы, кто-то собак. Я уж умею копать или не копать. Вот я копаю, сажаю и люблю их. Ну что, огромное спасибо, что вы рассказали нам сегодня о детенышах. Я уверен, что многие пионоводы будут с удовольствием посмотреть этот репортаж и будут ждать 2024 год, чтобы увидеть, что же у нас зацветет. Да, обязательно будем показывать все время. И сейчас только мы вот эти выкопаем, выделим небольшое место. И у меня в этом году немножко семян, я не стала много семян в этом году. И немножко посадим еще сюда тоже новых семян. Из самых таких ценных сортов уже отобрала. Ну все, мы пошли дальше. Фрэнки, привет. Всем привет. У нашей Фрэнки тоже были щенки в этом году. Красавцы.